С нами призер России Сергей Лисицын. Серег, как тебе? Мне отлично. Я давно ждал семинара Дмитрия Сильверстова в Екатеринбурге. Именно, что он наконец-то доедет до нас, до Урала. И тебе огромное спасибо, что ты его пригласил, да. Как тебе Екатеринбург? Как публика? Как спортсмены наши? Екатеринбург, на удивление, дождливый в этот раз этим летом, но температура хорошая. И самое главное, температура среды, в которой мы оказались, среды спортсменов, это замечательно. Здесь атмосфера замечательная присутствует на этом семинаре, достаточно дружеская. Получаю удовольствие от ответа на вопросы, от интереса людей к этой тематике. Это всегда меня воодушевляет, вот, и от общения такого прямого. Вот, с ребятами. Как семинар? Семинар отличный, очень интересный, душевный, прежде всего не скучный. Вот, узнали что-то новое из жизни спортсмена именно как человека, как выступающего атлета. Все понятно, что можно долго разговаривать о питании, о тренировках, это все можно почитать в интернете, в принципе. Но здесь именно идет структура того, что человек уже выступал на международной сцене и выступал на нашей. Вот, узнать его мнение о разнице между сценами, узнать мнение о том, где что именно лучше популяризовано, как это все связано между собой, и просто пообщаться с приятным человеком. Это всегда приятно, всегда это дополнительный эмоциональный всплеск, дополнительная мотивация. Вот жду тренировку, которая у нас сейчас будет совместная. Поедем в Powerhouse Gym в Комсомоле тренироваться и перенимать еще больше опыта. Как тебе Димон вообще вживую? Да, Дмитрий просто замечательный, энергетика, харизма, все как по телевизору. Семинар отличный, много нового, интересного в сфере фитнеса, в сфере спорта, ну и вообще развития и просто человеческого отношения к жизни. Все очень круто, очень интересный, позитивный, крутой чувак. Рассказал все как надо, показал, объяснил. И человек все-таки уже обладает определенным культом в России, да? Это человек, который сделал социальный проект «Воля императора», которое разбрелось по всей России. Я считаю, что это человек, который ведет за собой, вдохновляет. Я думаю, что нужно следовать его примеру. Тренируйтесь вместе с нами, занимайтесь на свежем воздухе, будьте здоровыми и сильными. И красивыми. «Воля императора» с нами. Put your snap back on and listen to the clan. Put that PBR on the top of your RAM. Get ready to make a lot of sense. Get ready to hang out with your friends. Nothing only can stay. Nothing has gone away. It's gotta be pop. Stick together. We are the dumb in the past.